Проходите. Скажите, а когда была операция в 42-м году под Новороссийском, вам не довелось встречаться с руководством 18-й армии? Довелось. Замечательно, Георгий Константинович. Эту главу расширить бы надо. Ведь в это время на Малой Земле стояли насмерть морпехи. Да-да, Георгий Константинович, вы поняли меня. В 42-м году прилетели в Новороссийск, где наверняка могли встретиться с Леонидом Ильичем. Я прилетел, чтобы встретиться с генерал-полковником Леселидзе, командующим 18-й армией. Кто такой Брежнев был в это время? Политрук? Нет, с ним встречаться я не мог. Этому есть свидетели, они живы. Свидетели? Георгий Константинович, мы таких найдем свидетелей. Вы только скажите. Этого не будет никогда. Значит, книги не будет, Георгий Константинович. Вы уж простите за прямоту. Ведь что получается? Вы воевали, а другие нет. От вас-то что требуется? Только упомянуть. Вот пусть он сам и напишет, как воевал. Вы великий маршал. Это идеологическое оружие колоссальной мощности. Мы, Советский Союз, испытываем постоянное, тлетворное, разрушительное идеологическое давление со стороны империалистических государств. Так что ж нам теперь с вами и не упомянуть первое лицо государства? Всего лишь упомянуть. Большего-то не требуется, Георгий Константинович. И поверьте, сразу же многие поправки на нет сойдут. И более того, книга будет направлена в печать и выйдет уже в этом году. За эти 8 лет я не получил ни одного пригласительного. Ни на праздник, ни на торжество. Да, я пенсионер. Но и другие пенсионеры, командующие фронтами, бригадами, получают их, зовут. Позвольте спросить, чем я вас так обидел, а? Георгий Константинович, я поставлю... Не перебивать! Встать передо мной не хочешь? Да передо мной армии стояли на вытяжку. Встать! Перед вами Жуков стоит. 69 лет 1 декабря исполнилось. От вас даже телеграммы не было. Боитесь? Чего? У меня 3 инфаркта одной ногой в могиле. И вот так стоять будешь, пока я не выйду отсюда. Не доводите. Меня иногда Сталин б сделал. Я медведя боюсь. А медведь в тайге. Не доводите. Этим так и передайте.